дорогие друзья! Всем большой привет! Меня зовут Раиль, и вы попали в хижину у музыканта. Сегодня у нас разборы песен, и сегодня разберем песню Андрея Леницкого «Дай мне знак». Как и обещал, самый полный разбор этой песни. Традиционно вначале давайте посмотрим, как я исполнил эту песню. Да, поехали! Твои глаза чуть ближе горизонта, но в то же время дальше всех камеет. И если твои губы будут моим фронтом, ты станешь главной из моих побед. Срываешься в ночи, кричишь о любви, которой может нет. Ты рушишь все мечты, границы на распашку, и мы с тобой в рубашках, смирительных ногах и кашках. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит боли на губах, на твоих. Заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. Я покажу тебе, что ты видела во снах. За руку с ветром улети, только дай мне знать. Я заберу тебя туда. Вот таким образом звучит мой кавер. И если хотите его отдельно посмотреть, послушать, можете кликнуть сюда, я уже делал на него кавер, да. Если хотите, можете поделиться этим роликом с друзьями, если понравился этот ролик. А мы приступаем к разбору и посмотрим аккорды песни. В песне всего 4 аккорда, которые повторяются по кругу до конца песни. Первый аккорд CM на третьем ладу. Нижняя посадка, как я ее называю. Следующий аккорд G, решетка. Или си бемоль по-другому. Давайте ее лучше назовем си бемоль. Так будет правильнее, теоретически. Следующий аккорд, аккорд F. На первом ладу. Без фака, да? И потом последний аккорд G. На третьем ладу бары, верхняя посадка. Но можно его взять еще вот таким способом. Начнем разбор с первого куплета, и он играется перебором. Но там в песне огромное количество наслоения звуков, поэтому понять именно какой перебор звучит сложно. Но я играл в песне вот таким перебором. То есть на каждом аккорде я спускался вниз и поднимался, дергал басовую струну, например, на CM это пятая, потом 3, 2, 1, 2, 3. Аккорд BB, си бемоль мажор, шестую дергаю, третью, вторую, первую, вторую, третью. Потом аккорд FM дергаю также шестую, третью, вторую, первую, вторую, третью. Потом аккорд G, шестая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И звучит так. Обязательно делайте остановку на первой струне. И поется так. Твои глаза чуть ближе горизонта, но в то же время дальше всех камен. После первой строфы первого куплета начинается вторая строфа, которая играется уже при помощи ударов. То есть начинается некое подобие боя, которое звучит вот так. То есть делаем на каждом аккорде 3 удара. Но левую руку не расслабляем. То есть не коротко вот так должно быть, а именно чтобы рука держалась, а тут 3 удара шло. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. И уже пробуйте со словами медленно. Срываешься в ночи, кричишь о любви, которая...
дальше уже переходим к припеву. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. За такт начинается припев. То есть сначала мы говорим фразу, а потом уже вступаем на аккорд С, М. Тут бой, опять-таки, тот же самый, очень распространенный. Давайте его посмотрим. Аккорд С, М, удар вниз, вниз. Аккорд G, решетка. Или точнее будет Си бемоль мажор, Б, Б аккорд. Вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Будет так. Два удара на СМ, на ББ два удара вверх, 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 потом вверх, вниз, вверх. То есть за такт удар даем вверх еще вот. Вверх, 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 вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд ФМ, два удара вниз, вниз, вниз. Аккорд G, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Или простым аккордом можете взять вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Я про G аккорд. И звучит целиком так. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд F вниз, вниз, G вверх. Приезжайте, дорогие друзья, попробуем со словами. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. Я покажу тебе, что ты видела во снах. За руку с ветром улетим, только дай мне знак. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих. Что ты видела во сне, за руку с ветром улетим, только дай мне знак, я заберу тебя туда. На СМ заканчиваем туда. И с этого же аккорда, с СМ, начинаем уже второй куплет. Я заберу тебя туда, не ищи меня. Продолжается во втором куплете таким же образом, как в припеве. Так что давайте один раз пройдем и продолжим разбор. Не ищи меня, кричала мне твоя луна, и я ведь не терял тебя, почему сходить с ума у нас так принято. Я не дотронулся твоим губам, по венам будто кислород пустили. То я как ты там, пускай мы встретимся с тобой. Даже и во снах прибитый под мой взгляд, полночная часа. Ты рядом, будь со мной, прошу, не исчезай. Соскучишься, я буду ждать, лишь только дай мне знать. Я заберу тебя туда. Окончание второго куплета приходится на аккорд G. На нем останавливаемся, договариваем слова и начинаем сразу второй припев. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. То есть вся песня основывается на четырех аккордах и на одном главном бое, который вам нужно освоить, и вы уже будете спокойно играть ее на гитаре. Следующий вопрос уже стоит о вокале, как его петь. Конечно же, нужно распеваться, дорогие друзья, потому что достать высокие ноты здесь довольно тяжело, если не распеться. Нужно много-много тренироваться, а самое главное, если вы даже изучили, как играть этот бой с аккордами, как я показал, все равно нужно под оригинал, под Леницкого петь. Открываете текст и поете под него, потому что так эффективнее. Вы стараться должны попасть под его голос, прям так же спеть, попытаться. Может, на октаву ниже, то есть... Не ищи меня, кричала мне твоя луна, я ведь не терял тебя, но почему сходить с ума, у нас так принято. Можно на октаву ниже, можно выше, кто как достает. Это уже другой вопрос, но, уверяю вас,
самим пока пытаться спеть, если вы не абсолютник там по слуху. Не советую, лучше попеть под Леницкого, потом у вас оно пойдет уже. Следующий вопрос, дорогие друзья, это касательно баре. Если вам тяжело держать эти баре, то можно взять очень простыми аккордами. Здесь будут такие аккорды: АМ, F, одно баре только будет, ДМ, Е. И таким же будем играть. Это для тех, кому неудобно при помощи баре играть, ну если вдруг. Эти же аккорды можно перемещать по грифу, если поставите каподастр. Ставите сюда и играйте те же самые АЕМ, F, D вот тут берете и так далее. Или вот эти самые аккорды, которые мы в оригинале, из оригинала взяли, можно переместить на полтона вниз. HM будет соль, G будет EM, будет F, DS. Так что по-разному можно перемещать и играть, петь. Я, друзья, надеюсь, вам помог. Все так быстро-быстро пытаюсь объяснить вам, чтобы вы понимали и чтобы урок не затягивался слишком надолго. Я благодарю вас за просмотр. Приглашаю подписаться на мой блог, чтобы получать разборы на такие же интересные песни. Обещаю, будут еще различные интересные песни. Скоро Макс Коржа разберу еще одну новую песню, которую еще не разбирал. А я вас благодарю за просмотр этого видео. С вами был Рай Арсланов, и до скорых встреч. Пока!